Такой романтик дачной жизни Валерий Монастырев. Романтиком был, романтиком остается, романтиком будет долгие годы, на радость всем нам. И он, помимо дачного романтика, друга доброго, он, конечно, как и все мы, кто когда-то носил или носит погоны на плечах, так или иначе, рано или поздно возвращается к этой теме. Бывших не бывает. Поэтому гвардия, полковник, хотя в пограничных войсках гвардейцев нет, но мы его называем гвардией полковником, Валерий Политович Монастырев, имеет право носить десантную тельняшку, которую вручил ему однажды Александр Васильевич Маргелов, поэтому гвардеец остается романтиком и в военной песне. Поэтому предлагаю вместе с вами, всем нам, и с тобой, Валер, я тебе даже микрофон дам, и ты в дубль с экраном, с клипом споешь знаменитую пограничную песню, как эпилог твоей биографии, прочитанной мной сегодня с помощью Николая Игнатова.